Всем привет, с вами я, Михасек, и сегодня мы поиграем в Психопат Ханта 2 на компьютере. Да, ребята, я не понимаю, почему так тут написано Психопат Ханта 1.1.1, тут нету двойки, странно. Так, Амелия, да, это получается то же самое вроде, то, что и было как бы в обычном Психопат Ханте. Выбираем, давайте пока что, не знаю, давайте изи, все-таки первый раз играем, если что, на гости поиграем. Экстра локс. Так, 4 будет замка. Тут всего 3 замка без этих экстра локов. Все, нажимаем играть. Мы знаем то, что здесь какие-то есть лазеры, да? Помните? Так, у меня 65 FPS. Да, помните, я говорил в каком-то видео то, что у меня монитор с 65 герцами. Так, спавнимся мы вот в такой жиже, можно сказать. Подвал такой. Колеса. Управление, ну, практически идеальное. На компе, на телефоне. История с телефонами, то что там разработчик не, ну, сделал как-то, что там вылетает игра у людей, поэтому я там как бы не играю и не смог ее вообще скачать. У нас тут бочки из Психопат Ханта первого. У нас тут какая-то вода, окна, все из трейлера, помните, мы смотрели недавно. Лопата не берется, приседать на си и на Ctrl нельзя. Только на си, офигеть. Реально, Roblox разработчик. Давайте искать тут что-то. У нас тут вообще ничего нету, как я вижу. Лазер какой-то. Ё-моё! Вот и убили меня, прикол. Мы еще даже в доме, кстати, не были. Здесь у нас время идет по часам. То есть не по дням, а по часам. Как и в реальной игре. Психопат Ханте. Так, у нас еще в настройках есть Sensivity. Медиум. Это типа чанки, как в Майнкрафте. А это у нас графика. Давайте максимальную поставим. По прикольчику просто. Психопат Хант. Ё-моё, он взорвался. 60 секунд, прикол. Смотрите, он взорвался. Его брать нельзя. Здесь какой-то пролом есть, как в Dark интернете, то есть в темном интернете. Здесь тоже. Ходить можно сквозь матрас немного. Бутылка не берется, коляска, дверь заколоченная, сам психопат, давайте здесь походим. Так, у нас тут ящики и кусачки. Берутся, нету никаких кнопок, то есть не видно ничего, да? Кстати, дикбанку эту можно брать. Да, ее можно брать. И лопату, скорее всего, в подвале тоже можно брать. Я не смотрел просто, что это. Я так понимаю, это розетка какая-то. Так, молоточек у нас есть. Давайте складывать предметы немного вон там. Закрываем дверь за собой. Возможно, он спавнится на том же самом месте, где и умер. Им можно... Не ломается стекло! Ребята, не ломается стекло, это что? Это не Психопат Хант. Туалет. Давайте молоток с собой лучше заберем. Не берется. Берется. Так, у нас есть какая-то еще дыра. Берется банка. Он уже идет, он уже идет. Так, тут пролом у нас. Это, кстати, пролом из трейлера. Так, он там, давайте. Здесь, ё-моё, это кто? Молотком его нельзя сломать. Этого пылесоса. Так. Он здесь где-то, психопат. Полочки открываются, оказывается. Здесь, знаете, просто нету никаких рук. Ну, то есть, не видно, что можно взаимодействовать. Не ломается ничего, не открывается. Давайте все сжать пока что. Фото. Скрипка. Так. Он опять там бабахнул, прикол. Капец, психопат ты. Я не понимаю, куда кусачки на данном этапе надо нести. Он, кстати, открыл нам путь вот сюда. Помните, здесь лазеры были? И здесь ничего нету. Здесь у нас гараж. Прикольчик. Он уже где-то возродился по звукам, мне кажется. Новые тумбочки с другими текстурами. Ничего. Шкаф. Так, прятаться вообще никак нельзя, видимо, в игре. Никуда. Подкрывать тоже нельзя. По звукам он прям здесь. И, видимо,
Видимо, за окнами какой-то свет есть. Солнце. То есть на улице, по сути, должна быть этот день. Но в концовке, по трейлеру, помните, там была тьма. И откуда этот свет, интересно? Этот пылесос для чего? Не ломается никак. Кнопка вроде есть, да? Выключение, включение. Так, давайте его агрить сюда. Я так понимаю, вот так надо действовать. И стоим здесь, ждем. Полочки нет, закрываются. Все, бабахнул. Так, кстати, по такой тактике, получается, надо и действовать в этой игре. То есть его звать на те места, где эти лазеры вот эти. Так, я так понимаю, что ванна еще есть. Давайте лутать ее быстро. Вот такая комната. Ванна, можно на нее прям даже залезать, как в Мистер Мисе, только это намного легче получается. То есть в Психопат Ханте реально нельзя было никуда залезать. Но тут тоже нельзя на туалет залезать. Так, лутаем ящики. Здесь небольшой радиус взаимодействия, к сожалению. Так, молоток. Молоток, молоток, где ты? Вот он. Я бы его не нашел, прикол. Не ломается, не ломается. Вообще ничего не ломается, камер никаких нету. Психопат, иди нафиг. Кусачки, я где-то ж видел их, вон они. Пожалуйста, не возрождайся. Так. И здесь опять-таки два проводка. Как и в реальной игре, смотрите. Не режется ничего, вот. Очень долго надо было стоять, резать. Так, смотрите, матрас, вот эта дырка. Кухня, смотрите, кухня. Нашли мы тебя. Здесь у нас тоже ящики открываются. Только очень тяжело почему-то. Вообще супер тяжело. Холодильник не открывается вообще. Это тарелки деревянные. Так, кот, офигеть. Но я не понимаю, куда его применять. Зеркало не разбивается. Кстати, возможно, оно разбивается. Здесь проход есть, прикол. Это круто, только тут непонятно что. Видимо, просто ничего. Так, эту дверь нельзя открывать. Я так понимаю, что эта версия на ПК, она немного отличается от мобильной. Либо есть какие-то обновления уже в этой игре. Наверное, я не знаю. Ключ не берется. Так, давайте в подвал зайдем. И здесь, видимо, улицы нету. Лутаемся. Гаечный ключ не берется. Прикольный пролом. А, клещи. Есть клещи, они берутся. Это ничего не берется. Психопат, ты где? Клещами сейчас, получается, отстегнем гвозди на двери. Так, вазы не берутся. Ну вообще прикольно, да? Психопат Хант 2 вышел. Уже. Где дверь? Вот она. Так, где психопат, кстати, был? Ё-моё, он там. Давайте здесь оставим клещи. Закрываем дверь. Нету тут двери. Так, он за нами идет. Мы, кстати, возможно, в тупике. Да, все. Просто комнаты без ничего. Без ничего. Кстати, он меня не убивал долгое время, ну ладно. Так, ну давайте сейчас посмотрим, можно ли взять лопату. Вот, которая здесь лежит, смотрите. Нельзя, это просто декор. Ничего нету в подвале, на полке паяльной лампы нету. Просто шкафчик упавший. Еще что-то наверху. Какие-то звуки. А, это пылесос, наверное, да. Это не берется. Что, банка? Прикол, давайте здесь пошумим. Он не слышит звуки, что ли? А, тут надо щипцы. Вот они. Давайте закроем дверь. Применим их. Так, давай. И как там шуметь? А, вот так. Что? Тут лазера не было. Это прикол. Так, давайте направляться в ту комнату, вот эту, да?
Лазер. Видимо, взорван уже, да? Лопата не берется. Но в 2023-м психопатия она бралась. Мы это все знаем. Так, скрипка тоже не берется. Щиток, вот он где. И мы нашумели. Ё-моё, я испугался. Так, ну давайте кусачки нести сюда, получается. Пианино не открывается, картины не скидываются. Психопат может быть и здесь. Здесь полный почти тупик, но тут вот есть стол. Кстати, вот кусачки. Запомним, здесь есть код. Еще пролом в гараж есть. Так, можно приседать в сцене прямо. И здесь, получается, нету никаких полезных вещей пока что. Психопата вообще не слышно. Давайте резать. Перелезли. Перелезли. Так, где он? Давайте его обманем пока что. Ё-моё. Где, интересно, красный ключ? Возможно, все-таки то зеркало, которое было в ванной. Вон там, наверное, да? Да, там ванная. И оно бьется, скорее всего. Кусачки сюда пока что кидаем. Оно в землю. Кусачки в землю попали. Прикол. Так, психопат, иди за мной, иди за мной. Быстрее уходим отсюда. Молоток, молоток. Да нет, мы не успеем ничего просто сделать. Так, он там стоит. Так, он идет уже. Давайте туда кидаем пока что. Отвлекаем его, так сказать. Наверное, на втором этаже тоже что-то есть. Так, мы просто ходим по кругу. Ё-моё, я забаговался почти. Так, психопат Хан там. Где он? Так, его там нету. Оно все-таки бьется, оно все-таки бьется. Все, у нас есть оружие. Так, он обязательно должен был услышать этот шум. Так, я надеюсь, ты усыпишься сейчас. На. Молодец. Так, и здесь применяется код. И, видимо, больше ничего. Кидаем здесь флейту. Так, она вообще тут незаметная. Ну, там заметная. Так, на кухне у нас был код. Жаль, что вазы нельзя разбивать. Так. Но пока что все довольно просто. Скорее всего, это последний замок. И мы, получается, пройдем игру, ребята. Так. Быстрее применяйся, ё-моё. Так, здесь реально красный ключ. Так, все, мы прошли игру, ребята. Так, вот такая концовка. Она отличается, кстати, очень сильно. И там старый дом психопата. Прикол. Ну, мне, в принципе, игра понравилась. Она, конечно, немного отличается реально от мобильной версии, потому что там концовка даже другая, меню другое. То есть, вот так. Ну, в принципе, игра годная. Ссылка на игру будет в описании, на разработчика тоже. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Михасек, и всем пока.